Расширяя географию деловых связей, Курская Каринская ярмарка – событие международного масштаба. В этом году в местечке Свобода было подписано 12 документов с главами иностранных делегаций. От установления побратимских связей до инвестиционных соглашений. Тему продолжит Александр Юров. Присутствие иностранных делегаций на ярмарке уже давно стало традицией. Вот и на этот раз флаги 28 стран дальнего и ближнего зарубежья развивались в местечке Свобода. Старые друзья и новые знакомые. Объединяет всех одно – деловой предметный интерес к Соловьиному краю и его возможностям. Самая главная цель нашего сегодняшнего визита – это, безусловно, развитие экономических отношений. Мы привезли большое количество предприятий. Мы надеемся познакомиться с курскими предприятиями. Найдем новых партнеров, установим контакты, найдем общие пути для развития. Но еще одна важная вещь – это коммуникация, простое общение между людьми. Александр Михайлов не раз подчеркивал, регион может и должен развивать международные отношения на своем уровне. В конечном счете это благо для страны в целом, польза и для курского бизнеса. Нет необходимости объезжать 36 российских регионов или ездить по 28 странам, да, для того, чтобы там найти себе партнера. Он может здесь на площадке, поработав активно, это сделать, и это воплотится затем в реальные результаты. А там, где есть взаимовыгодная торговля, укрепляются и политические связи. Россия для Молдовы является стратегическим партнером. И наше участие важно, потому что экономические агенты из Молдовы, люди ждут от нас результаты хороших отношений. Как итог, на ярмарке был заключен целый ряд соглашений. Интересы самые разные. Образование, транспорт и высокие технологии заинтересовали китайских партнеров. Опыт в борьбе с болезнями растений не только оказался в поле зрения Сальвадора. Мы говорили о возможности работать в сотрудничестве и с системой 112, которая нам тоже много будет приносить большую помощь. Давние белорусские друзья не стесняются говорить, что заимствуют у курян лучшее. Мы учимся всему, что происходит у вас, и такая же ярмарка будет происходить. Поэтому это вот тот пласт наработок совместных, который из года в год мы улучшаем. И хочу честно сказать, что у нас на сегодняшний день товарооборот между Могилевской областью и Курской постепенно растет. Вот, допустим, если за 4 месяца мы уже в текущем году превысили рубеж 10 миллионов долларов США. Торговые ворота Соловьиного края всегда открыты для партнеров. Очередная ярмарка лишь подтвердила этот тезис. Александр Юров, Антон Латышев, телеканал «7».